Если вы хотите прокачать свой баланс на роликах, то это видео для вас. Начнем с самого простого упражнения – машинка. Это упражнение не только прокачает ваш пресс, но и научит держать баланс. Набираем среднюю скорость и полностью приседаем. Руки при этом держим перед собой. Переходим к упражнению half-frame. Тут также нужно полностью присесть, но при этом одна нога должна стоять на переднем колесе. Вес перенесите на ролик, который стоит на одном колесе. Следите за коленом, оно должно быть параллельно асфальту. Сделайте это упражнение, меняя ногу, которая едет на одном колесе. А если с этим вы легко справились, то пробуйте его же спиной вперед. Также это отличный способ для собирания конусов или проезда под шлагбаумом. Переходим к упражнению full frame. По сути, это то же самое, что half frame, только ногу нужно выставить с плета на пятку. Вес также полностью остается на той ноге, которая едет на одном колесе. Помогайте руками держать баланс. Это упражнение поможет вам в дальнейшем изучить TOE Footgun. Все это будет хорошая разминка для прыжков или слалома, а также прокачает ваш стиль. Стиль.